И всем привет, меня Александр Сучков. В данном видеоролике сегодня мы будем пытаться пройти опять нашу GTA San Andreas с модом на миссии Doom. В общем, сейчас будем это все дело проходить. Миссия заключается в том, что мы опять разговариваем по телефону, и то, что будет дальше, вот я просто даже не представляю. Давайте посмотрим, что же будет дальше. Извиняюсь, что без звука играю, но так получилось. Так, мы поразговаривали по телефону, и вдруг у нас включился таймер, и за нами две звездочки полиции. Тут надо уезжать сразу, потому что если мы сейчас пропустим данный момент, то будет очень не круто. Давайте мы где-нибудь переждем этот момент, потому что нам уже все перекрывают. Нам надо уезжать от них. Мы едем сюда, выезжаем сюда. Дальше, смотрите. Мы направляемся туда, к дому. И смотрите, в чем прикол. Давайте остановимся где-нибудь здесь. А именно здесь, чтобы нам никто не мешал. А именно какое-то время хотя бы. Вот 15 секунд, наверное, я успею. Извиняюсь, тут коп уже стоял. Так, ждем 10 секунд, потом разворачиваемся резко вот так вот, хопа. Все, за 5 секунд, я думаю, доеду. Все, можно ехать, и вдруг появляется тачка, за которой мы будем гнаться. Вот так мы ее сразу вот так вот делаем, чтобы туда он не сел. Эти начинают уезжать. Но мы за ними, я думаю, вернемся. Это наш парень, который этот главный. Ладно, мы пока что его не будем ловить. Нахрен он нам нужен. Он, главное, в тачку не сел. Это самое главное у нас. Так, мы потеряли главную тачку. А именно, мы потеряли тачку с нашими вот этими парнями. Теперь мы не знаем, где эти у нас парни. Давайте поищем их. Должны быть где-то неподалеку все-таки. Все-таки, я думаю, они далеко не могли уехать. Так, за нами еще копы едут. Давайте попробуем их найти. Я даже не знаю, даже куда они могли поехать. Потому что мы пропустили целую банду парней. Это довольно-таки фигня. И поэтому давайте их будем искать. Давайте я пока что этого убью. Так. Все, мы этого убили. Так. Теперь. У нас заглючили копы почему-то. Так, едем дальше. Давайте предположим то, что они поехали куда-то. Ну, может быть, туда они поехали. Давайте проверим. Вообще, по идее, они должны быть на карте где-то вот здесь. Вот, может быть, где-то вот здесь вот. Давайте мы туда съездим, попробуем. Потому что они должны быть где-то там, они уехали туда. Ну, просто, допустим, просто проедем там. Возможно, мы с ними и встретимся. То есть они куда-то все-таки уехали, и надо их найти. А если мы их не найдем, то у нас как бы этот парень останется, и в следующей миссии он опять что-то будет устраивать, типа как погони с полицией. Ну, как бы полиция была не очень, а раз мы убили ихнего друга, а именно парня нашей подруги из прошлой миссии, это значит то, что это уже убийство, и полиции будет намного офигенно, вообще огромное количество их. И так как мне этого не хочется, лучше вот это с двумя звездочками все-таки разобраться. Так, едем дальше. Нам тут чуть-чуть, я думаю, осталось. Так, доехать до сюда. Так. Да, мы уже здесь. Так, давайте я отсюда уберу. Потому что мы уже доехали и смотрим. Да, все здесь, все правильно. Смотрите. Они здесь, но почему-то не в текстуре. Это странно. Давайте мы вот этих вот копов все-таки убьем. Потому что они нам как бы не нужны. Давайте мы их убьем. И вот у нас остаются здесь еще копы. Так, вот, то есть они в тачке должны быть. Видим то, что они в тачке. Давайте, ой, коп. Так, давайте въедем, потому что не знаю как, но они появились как-то в этой штуке. Смотри, даже мы можем проехать сквозь нее. А,
И остался самый главный, этот парень один. Давайте все-таки эту тачку как-нибудь взорвем, выкинем его из тачки. Потому что он один в тачке остался, а там было их четверо. А одного мы убили, и второго тоже сейчас убьем. Да, давай. Он даже не нападает, ему пофиг вообще. Так, теперь нам нужно взорвать эту тачку, я не знаю как. Должно быть где-то здесь. По идее. Или здесь. Сейчас поищем, найдем. Это как-то странно. Я не знаю, как это делается. Вот я пытаюсь. Не взрывается, видите? А это не очень так уж и круто. Потому что если у нас тачка такая останется... Ну ладно. Как бы пофиг. Так. Едем дальше. То есть мы едем до, опять до нашего дома, в котором мы были. Едем, 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 едем. Так. Так, у нас даже осталось это. То есть двое человек куда-то убежало. Но это ладно. Это как бы не все равно, но мы нашли хотя бы их. Это очень даже круто. Хотя бы одного и убили этого парня, значит, полиции больше не будет. Приезжаем. Опа, нас полиция уже здесь ждала. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Штучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Баст. Пишите комментарии под видео. И, конечно же, что же я могу вам сказать, ребята? Я даже не знаю, что сказать. Всем удачи и всем пока.